Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас Китайка, опять куча донатных акций, немножко не успеваю, поэтому быстро покажу, что у нас сегодня есть. Ну вот такие вот акции, как обычно, дают камни для прокачки, очень неплохая сборочка камней, правда не очень много, но цена нормальная. Также дают сумочки, вы уже видели с них дроп, вот такой вот дроп. Ну и четвертые сетики рун. Плюс это. Ну, эту акцию мы сейчас заберем после обновления. Хочу зайти, забежать и забрать. У меня тут есть общая баназа. Сейчас мы должны забрать еще один сет ремочки. Так, это не та акция. Пока есть время. Так, вот она. Вот то, что я позабирал уже частично. Забираем ремочку пятую. Еще один сетик. Теперь у меня здесь с ремками проблем никаких нет. Также, как видите, здесь есть вот такой вот сет. Ну, по сути, он не нужен. Пятый священный огонь. Ну, огнекрыл, которых у меня тоже есть. Вот такие здесь еще призы были. Мы это все уже позабирали. Ну, как по мне, поярче, чем у нас на русском сервере. Так, у нас тут еще есть акция на покупку и на трату. Сейчас мы быстренько попробуем ее зафармить, если получится. Она тоже сейчас закончится. Ну, тут у меня немного попыток, поэтому мы без проблем сейчас справимся, думаю. И пойдем открывать сиплюшки. Тут, конечно, донат подороже, чем у нас в два раза, но зато тут плюшки поинтереснее. Так. Смотрим потом, что там упало. Возможно, сейчас будет новая акция. Посмотрим. Там 2 минуты одного. Так, окей, отлично. Тут у нас ничего нету. Так, успеем. Да, успеем. Поставим КГшки. И ордена. Отлично. Ну, вот смотрите, какие плюшки, в принципе, неплохо. Самое больше, как бы, здесь радует то, что здесь дают синие и красные кристаллы, то есть я могу либо просветы качать, либо руны. Но основное, что мне здесь надо на моем аккаунте, это нужны КГшки, либо слизни, в принципе, ради этого я как бы играю в эти акции. Сетремочки, медальки, ну... 8 сумочек огнекрыла, камни на прокачку, камней много, конечно, но я все пока вливаю просветы, качаю всю основу до сотого просвета постепенно, поэтому, как видите, сила у меня уже 160, но если при желании можно будет потрешивать и вкачать там 250, пишите в комментах. Наберете 1000 лайков, будем качать силу до 250. Так. Окей, 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 ну что, у нас обновился рынок. Так, то, что я и думал. Ну вот, опять добавили акцию за покупку. Если вы покупаете там 1400 самоцвета, вам сразу идет бонусом вот этот пак. В принципе, неплохо. Так, этот пак у нас остается. 150 героев переролить, и можно забрать 10 осколков. Вроде можно даже ЗП-шки ролить. Сейчас вам покажу, чем мне нравится этот сервер. Тут даже учитываются карты, все, что хочешь. Так, смотрим, 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 смотрим. Да, вот видите, учитывается. И причем, ну тут час идет, конечно, 150 героев, либо значками можно медалик накопить. Тут, конечно, первые призы такие себе, дальше идут 10 осколков некроса можно.
Ну, 100 раз, я не помню, честно говоря, по-моему, нереально. Надо будет посмотреть, сколько, 5 миллионов значков. Там не 5 миллионов, там 4 миллиона всего лишь уйдет. Так, что у нас тут? О, у нас появилась акция. Вот моя топовая акция. Мы в нее тоже обязательно сыграем. Она на трату. В принципе, неплохо. Можно тратить героя, попробовать паролить. Давайте посмотрим, что здесь у нас добавили. Ну, акции здесь очень разнообразные и очень часто, чем мне нравится этот сервер. Так, по-моему, за рот героев дополнительно дают еще и коробки. Да. Так, тут что у нас за акция? А, это акция подниматься вверх. Ну, тоже, кстати, довольно-таки интересная. Можно питомцев набрать разных плюшек. Так, сейчас. Секунду, ребят. Ничего себе, даже сегодня еще действует. А, у них уже раньше начинается суббота. Уже действует 100% бонус на покупку. Вот так вот. Что тоже, в принципе, радует. То есть не надо, как у нас на нашем сервере, там брать определенные какие-то плюшки. Вот отлично. Точнее, не надо донатить там, чтобы получить определенный бонус. Тут его и так дают. То есть тут у нас он идет 100%. Так, окей. С этим мы разобрались. С этой акцией разобрались. Интересно будет, что дают там сегодня за этот. Ну, тут у нас одна попыточка. И сейчас пойдем пооткрываем плюшечки. Посмотрим, что нам нападает. Так. Думаю, надо будет сделать обзорчик на этот аккаунт. Мы уже 4 месяца на нем трешуем. Посмотреть, какие изменения у нас. Я особо тут не форсую на нем, то есть я не спешу прокачивать. Можно свободно 300 тысяч силы, думаю, поднять. Ресурсов у нас хватает. Единственное, что здесь надо, не кулаки, а кагашки. Видите, по 250. То есть тут стабильно идет синие и красные кристаллы. Не так, конечно, как на английском, но идут так. Коробки у нас остались. И на этой неделе атака фортов. Будем готовиться. Ну, что, поехали открывать. 25 сетов. У нас есть четвертых. Может, что-то интересное упадет. Так, поехали, открываем. 26. Ну, фактически в среднем где-то по 3-4. Так, открываем это. Сетики, Асура. Ну, все дало. Все, что есть, все дало. Отлично. Так, есть. С этим мы разобрались. Так, это руны, которые я не использую пока что. Так, 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 так. Сетики. Ну что, поехали. Сетики пооткрываем. Давайте сразу по 10. Четвертая ремочка, четвертый психощит. Бастионы, железная воля радует. Гнев такое себе, каменка тоже. Бог войны, в принципе, неплохо сыпется этих сундуков. Смотрите, еще один психощит, исцеление. Тоже достойно. Ремки, вот два психощита. Ну, это жесть просто. Что у меня тут по четвертым психощитам? Уже 6. Еще один можно сковать. Здесь, кстати, не проблема ковать с такими кристаллами. Так. Ну вот, пятая ремочка наша. Еще одна. Пятый сет бога войны у нас также. Мы вчера, по-моему, его забрали. Так, это третье сетики. Четвертое. Вот еще два сета. Много чего можно наковать, но я, в принципе, кристаллы стараюсь не тратить. Так, это четвертый сет. Надо будет подготовиться к атаке фортов.
Так, ну эти руны я пока это все не трогаю. Поехали, пооткрываем коробки. Давайте на сиденье поменять. Ну тут разброс, он по сути не нужен никому. Даже на новых архи сейчас не котируется. Так, смертельный удар не нужен. Опять разброс. Жесть, таланты падают, что-то не прет сегодня. Тяжелый удар. В общем, ничего, скажем так, для меня интересного нету. К сожалению или к счастью, мне надо будет сейчас кого-то качать. Так, у нас акция сегодня на трату. Возможно, я... Ну, я невозможно, я 100% ее уже отдельно засниму. И буду, наверное, скорее всего, докачивать героев на архидемона, потому что это в приоритете. Возможно, прокачаем героев в судьбе, чтобы открыть 12-е. Мне тут тоже некоторые герои по судьбе нужны. Сейчас я гляну Бырика. Ну, тут еще качать и качать. А вот тут желательно огнекрылого укротителя, придется разруху дракона качать. Так. Тут тоже все, в принципе, не надо ничего качать такого. Тут тоже десятно не надо. Бигфут тоже, в принципе. Видите, тут... Вот этих надо будет прокачать, все-таки стрелок Фрея. Друида качнуть. Дерево у меня уже прокачано. В принципе, друид тоже подымем. Фею придется качать. Вот эти, скорее всего, первые. Повелитель бури можно будет. 12-й Афинка, Купидон. Хранителю тоже неплохо было бы сделать. Ну и тут этих пока тоже можно не трогать. В принципе, не особо много надо прокачать. Постараемся это сделать. Самики мы опять накопили. Поэтому, думаю, проблем не будет. Так, сколько у нас осталось? Еще 5 дней. Интересно, что будет потом. Возможно ли, что у нас ведут дальше что-то новое. Может быть, будет обнова. Посмотрим. И в обнове зальют опять какие-то новые ресурсы. Фарм, это было бы, кстати, очень годно. Я думаю, и вам бы тоже это понравилось. Многие собирали халявных скинов. Так. Ну, в принципе, вроде как все. Такое интересное мы все пооткрывали. Уже будем завтра смотреть эту акцию. Она там идет не один день. В принципе, все. Вот такая вот китайка была быстрая. Акция очень интересная. Надо будет еще это забрать. Я уже ее заберу под акцию. Тут опять же есть сумочки огнекрыла. Что у меня по огнекрылу? 24. Ну, уже пошел третий осколками. Ну вот так вот, обязательно участвуйте в конкурсе на огнекрыла. Ссылочка будет в описании. Видосик, думаю, уже многие из вас видели. Все, в принципе, все. Всем удачи. Всем удачных выходных. Всем пока.